Ребят, меня посетило вдохновение, как сказано в мультфильме «Бивис и Батхед». Так, пока у меня печечка традиционно варит железо. Заметь, видишь, что я взял с собой в инвентарь? Все выгрузил, оставил только кирки и камни на случай падения с высоты. Я буду делать следующее. Я буду делать мост к соседней горе. И этот мост будет у меня ориентиром. Тюк. Пускай она упала вниз, не страшно. И смотри, делаем вот так. Подползли, сделали. Я думаю, что не очень много времени это отнимет. Но зато сколько удовольствия. Если я упаду вниз, воскресну я на кровати. Тоже не очень хорошо. Долго больно добираться, конечно, от этой кровати. Ну ничего, там я, если что, заберу всякий инвентарь, тоже еще раз загляну. Может, даже подделаю этот самый свои башни-близнецы. Одна-то башня у меня ведь не доведена до ума, она еще ну, по высоте меньше, понимаешь? Чем основная. Но зато в той, которая меньше по высоте, а в ней зато настоящая лестница крутая. Ну что, все-таки большая разница с тем, как я начинал играть. Я думаю, что мы управимся за 3 минуты. Представь, что в нашей GTA так быстро делать всю инфраструктуру. И куда упремся, туда упремся. Прям даже вот, опять же, у меня интрига у самого, в какое место вот этой горы я упрусь. По бокам бы развешать свет, но это не обязательно. Так прям уж. Не принципиально. Не принципиально. Ну что же, я еще над пропастью. Честно, немножко захватывает дух. Ну если что, я говорю, что я все добро оставил в сундуках. Ну разобьюсь, так разобьюсь. Кстати, вот вопрос самолета и вопрос парашюта. Когда я на высотных работах, у меня эти вопросы встают. Ну все, скоро уже безопасность. Все, все, почти. Сейчас еще буквально чуть-чуть. И мы в безопасности. Хотя от слова безопасность в наше время трясет. Как правило, когда как только произносят слово «безопасность», надо очень бежать далеко, когда начинают ее обеспечивать. Так, ну-ка. Ну что, все уже. Даже если упаду, уже не страшно. Сейчас посмотрим, куда мы впремся. Там я не исключаю еще туннельчика. И будет вообще супер. Ну как? Ух ты, как я немножко, по-моему, рисковал. Супер. Итого посмотрим. Ну-ка, я смотрю. 4 минуты всего.